Уважаемая Алла Тихоновна, вы очень много лет отдали нашей работе, и сегодня мы провожаем вас на заслуженный отдых. Вот она свобода, вот она мечта. И не на работу вам вставать с утра. Поздравляю вместе с пенсией мы вас, с новым стартом в жизни, пенсионный класс. Алла Тихоновна, мы вас поздравляем, и сейчас вы прослушаете ролик, где вас поздравляют все детские библиотеки. Дорогая наша Алла Тихоновна, в вас сочетаются прекрасные качества. Вы умная и трудолюбивая коллега, верная подруга, заботливая мама. Вы многого в жизни достигли, и сколько нового, хорошего предстоит пережить. Путешествуйте, общайтесь с друзьями, живите активной и насыщенной жизнью. Будьте здоровы и любимы своими близкими. Удачи вам во всем, счастья и благополучия. Дорогой коллега наш, нам грустно с вами расставаться. Ваш опыт, знания и стаж наверх нам помогли взобраться. Вас будем часто вспоминать мы добрым и приятным словом. И просим нас не забывать, проведывать опять и снова. Желаем дома не грустить, пусть будет с вами вдохновение. Мы остаемся слезы лить, вы были лучшими, без сомнения. Уважаемая Алла Тихоновна, я очень рада, то, что вы появились в моей жизни, то, что вы были ориентиром в моей профессии. Я вас очень люблю. Прославил наш город в своей книге Лев Абрамович Кассиль. Его мы книги открываем снова. Опять нам радость чтения предстоит. И Льва Кассиля вспоминаем слово «Швамбране», «Мальчишки», «Кондуин». А благодаря вам наши юные читатели проникаются любовью к родному городу. Мне было очень приятно с вами работать, тем более, что судьбы наших библиотек связаны именем Кассиля. Время настало, добрые, славные. Можете выделить самое главное – и заниматься им от души. Повода нет куда-то спешить. Дорогая наша Алла Тихоновна, большое вам спасибо за вашу работу, за то, что вы своевременно давали нам советы, за ваш плодотворный труд. Мы желаем вам оставаться таким же добрым, жизнерадостным человеком, которого мы знаем. Пусть родные и близкие окружают вас заботой, вниманием. Удачи вам и благополучия. Любим, ценим, уважаем, добра и счастья вам желаем. Уважаемая Алла Тихоновна, хочется поздравить вас в этот знаменательный день, в день выхода на пенсию. У вас вся жизнь впереди. Сколько было сделано, сколько сил потрачено, ведь умение целое справиться с задачами. За труды и выслугу отдых полагается, и от сердца чистого мы вас провожаем. Неугомонные года, остановить их мы не власти. Так пусть же будет навсегда, чем больше лет, тем больше счастья. Выход на пенсию – новый этап. Можете выбрать огромный масштаб новых проектов, новых занятий. Главное, чтобы было легко и приятно. Алла Тихоновна, вам привет от детской библиотеки номер 10. Нам приятно сознавать, что вы были нашим наставником и другом. Желаем вам счастья, добра, здоровья и радости. Пусть будет бодрость и здоровье, и пусть на все хватает сил, и каждый день обычной жизни, чтоб только радость приносил. Выход на пенсию – это как начало новой страницы в жизни, где нет ни начальников, ни будильников, где не нужно вставать каждый день с утра пораньше, где каждый день выходной и каждый месяц – это отпуск, можно заниматься своими любимыми делами. С таким интересным, профессиональным человеком, как вы, было очень комфортно работать. И я желаю вам всего самого доброго. И поздравляю вас с началом новой жизни. Вы только жить начинаете, на пенсию переходите. Вот и настал он, переломный день, когда судьба дарует вам свободу. И можно не работать, если лень, и вольной птицей, хоть в огонь, хоть в воду. Желаем только светлых дней,
Хлопот желаем вам, домашних с чаем. Тихоновна, вы очень добрый и светлый человек. Ваши советы всегда помогали в работе. Мы желаем вам добра, света, мира, любви, помощи Божией. Пенсия! Ура, ура, ура! Пенсия – прекрасная пора. Можно делать только то, что хочешь. Отдыхать с утра до самой ночи. Ездить за моря и океаны, сочинять поэмы и романы. Близких и родных людей любя, жить, однако, для себя –